Так, дорогие друзья, следующий поединок. Весовая категория 60 килограммов. Анатолий Григорян против Ары Габаяна. В ринг приглашаются боксеры четвертой пары. Анатолий Григорян. Анатолий Григорян. Габаян. Красному углу ринга. Представляет. Анатолий Григорян. Южный федеральный округ. В синем углу ринга. Мастер спорта России. Победитель универсиады, серебряный призер чемпионата России в Самаре 2019 года, чемпион МВД 2020 года. Но Анатолий сам из Оренбурга, но победу по очкам. Внимательно слушаю. 5 лет вместе с семьей переехал в Краснодар. Пробовал себя в различных видах спорта. Занимался карате, акробатикой. Но как только пришел в бокс, понял, что это его призвание, остался там навсегда. На чемпионате России в Грозном был Анатолий Григорян третьим. Что касается его соперника, Ара Габаян, побежал на различных крупных турнирах, таких, например, как турнир Алексея Тищенко. Представляет Ара Габаян Омск, мастер спорта. Четвертый бой на Григорян. Почтальон в исполнении Не очень высокий боец Ара Габаян. Выступает просто своему оппоненту. Хорошо дистанционно работает Григорян. В правильную сторону закручивает. Мне кажется, Габаян действует излишне эмоционально, то есть его желание перехлёстывает его технические возможности. Здорово, хорошая двойка в исполнении Анатолия. И опять неплохо. Габаян через... Григорян, прошу прощения, через переднюю руку работает. Прямой удар справа. Анатолий летит периодически на оппонента Ара Габаян, что, конечно же, становится довольно легкой задачей для Анатолия с точки зрения действий вторым номером. Причем, да, вот опять же, видно, насколько Ара заряжен действует первым номером, насколько он хочет ударить, насколько он страждет нанести побольше точных ударов, но вот пока техническое исполнение немножко хромает у него. Хотя мы видим, да, скорость, но довольно много сумбура в его действиях. Хотя периодически Ара Габаян так и беспокоит. Выше голову, красный, выше голову. И опять очень опасное движение, обоюдное головой вперед. Но еще раз подчеркиваю, друзья, что это в первую очередь связано еще и с тем, что бойцы работают в разных стойках. И в подобных ситуациях нередки столкновения и, соответственно, рассечения. А не хотелось бы. Здорово закрутил сейчас Анатолий. Пытался с повторной атакой сработать Ара, но не достал. Просто дистанционно не доработал. Так назад. Брейк. И первый раунд заканчивается. Давайте его услышим, что нам скажут про Анатолия Григоряна и что скажут ему. Анатолий Григорян, Южный федеральный округ. Ему 25 лет, боксом занимается 13 лет. Мастер спорта России. Сильно зажался. Ринг провел 260. Просто да, дергай, оттянись, через затяжку работай с ним, все, больше ничего, не выход делай, все, больше ничего не надо. Является серебряным призером чемпионата России. Ну ты же разбивай по корпусу. Чемпион МВД России 2019 года. Дергай, чтобы он на тебя кинулся. Шаг назад и сразу накидывай, 20 удар. Ну разнообразие, покажем голову, живот удар, понял? Все нормально, давай. Первый раунд мы проиграем. Понял? Давай, давай, давай. Второй включайся потихоньку. Давай, с головой. Давай, давай. Попал, оттянул. Повторил еще. Сходим. Ну вот говорят сейчас, что Анатолий проиграл. Головой внимательнее, посечетесь. Бокс! Да, есть вариант действительно посечься. Ввиду того, что многовато столкновений.
Продолжаем. Раунд под номером 2 по-прежнему Арагабаян поддавливает, работает первым, но понятно, что он не будет. Хорошо, слева по туловищу Габаян. И тут же левый сбоку заводит, попадает. Здесь пытается удар амортизировать плечом Анатолий. Но почти получилось. Попал правый сбоку. Ну такое это было. Какой-то гибридный правый сбоку. Располнение Ары. Удержать. Шаг назад. Ему 29 лет. Он чемпион России 2019 в Самаре. Ушибал его. Санкт-Петербурге последних лет. Счет понятно, Винди не ведет. Хороший темп продолжает удерживать Габаян. Затыкается на встречные удары. А все почему? Потому что подошел на линию огня сам без удара. И попадает опять здорово. Почему-то оттягивается назад, но не очень далеко Ара Габаян, хотя должен, по идее, закручивать своего соперника. Он ниже ростом, у него более короткие рычаги. Попадает сейчас слева Ара, здорово. Уже не первый раз. И хорошая серия. Правый снизу, левый прямой в голову. Через уклон попытался Габаян сработать сейчас. Достает соперника Анатолий. Ну что ж, в этом раунде шаг пока, назад. В этом случае, шаг назад, Анатолий Григорян попадает достаточно. Но опять же, пока, да, еще боксирует больше минуты. И опять хорошо с плечом поднятым уходит. С циркулем. Это нокдаун. Два. Это нокдаун. Три. Не, ну а как? После удара Анатолий Григорян завалился в канаты. Бокс. И, соответственно, это чистый нокдаун. Таким образом, Ара Габаян делает очень серьезную заявку на победу в этом поединке в целом. Попал прямой Анатолий. Очень хороший, очень быстрый на ногах, очень цепок. Ара Габаян, смотрите, все время на сопернике, хорошо, правый сбоку на скачке. Но похоже, кто без устали тренировался в пандемии, так это Ара Габаян. Здорово, через уклон, левый прямой там. И правый на скачке опять попадает Ара. Молодец, молодец. Ара Габаян прям очень четко, смело, по-хорошему раскованно здесь обменялись, оба попали. Такое ощущение, что Анатолий Григорян начинает наедаться все сильнее. И раунд заканчивается. Великолепный раунд для Ара Габаяна. Давайте послушаем про него. Синим углу ринга готовится к продолжению боя Ара Габаян. Сибирский федеральный боксер. Боксеру 24 года. Сразу делаю уход. Почему вы ловишь от него длинную атаку? Зачем ты меня принимаешь? В сторону уходить надо. Брат, включение, берите рукой, включение. Печень до плечи. Третий раунд, опять. Не лети, ты подходи. Подходи, заставляй, чтобы он бил. И здесь лови его. Только правда, ты должен его сразу влеплять. 2-3 удара. Слышь, нет? В переднюю выходи. В переднюю остаешься, ё-мо. Да. Да, действительно, но это мы с вами уже отмечали, уважаемые телезрители, что мало того, что остается, еще и делает шаг назад Ара Габаян как раз под правый прямой от Анатолия Григоряна. И, соответственно, хватает этот удар в голову. Головой внимательный. Внимательный головой. Но в любом случае, этот нокдаун заслужил очень хорошую службу Аре Габаяну с точки зрения победы в раунде. Давайте смотреть дальше. Раунд под номером 3. Вот теперь уже Анатолию Григоряну надо придумывать что-то, что позволит ему не проиграть этот раунд и бой. Опять, вот смотрите, левый прямой бьет Ара Габаян, и остается на месте. Но он просто еще не успевает выполнить свои защитные действия. Как сюда тут же летит правый прямой от соперника. Не держать красный, не держать! Стоп! Держите, не держать! Стоп! Здесь хорошо, в левую сторону заходит Анатолий. Стоп! И вот опять, смотрите, как хорошо уходит, чуть-чуть протягивая соперника на себя с уклоном влево. Ара Габаян. Но здесь, правда, не получилось, потому что закончил соперник. А так, вот правой руки в левую сторону, и тут
сюда левый прямой. Очень хорошо проходит эта мини-комбинация. После команды, по-моему, нет? Но ладно, там просто во время команды Брейкнан сделал шаг назад, но вроде сделали. Но при этом Алла Габарян улучшил момент и залепил сопернику справа. Пошу голову. Чуть больше минуты до конца третьего раунда. Да, уже началась такая борьба. Чуть-чуть прихватил за шею оппонента Анатолий. Да, смотрите, да, как тренеры наблюдают за этим поединком. Такое ощущение, что их сейчас будут бить. Они уже готовы. Уклоны, нырки, защитные действия, подставки. Но нет. Все, вот это все эти фрейды должны помочь сопернику. Должны помочь подопечному победить соперника. О, попал, здорово здесь протянул оппонента на себя. Ара Габаян тут же левый сбоку добавил. Стоп! Хорошо, отличный эпизод для Ары. Не надо держать. Бокс! Вот это да, прям за здорово живешь, честно глядя в глаза. Заряжает левый прямой, причем это какой-то не прямой, а полупрямой, полуснизу, да? Причем руку на апперкот не разворачивал, ладонью к себе Ара Габаян. То есть такой прям совсем нестандартный удар у него получился. Ну ладно, получился и получился. Главное, что до цели дошел. Да, еще продолжает попадать. Все. Это победа, это безусловная победа Ара Габаяна в этом противостоянии. Молодец, очень хорошо, очень уверенно. В первом раунде там были определенные сложности, но потом Ара Габаян уже пристрелялся и, соответственно, как мне кажется, ну, второй раунд забрал с нокдауном и в третьем раунде просто перещелкал. Пожали руки, ребят. Ринг А в этом бою по единогласным решениям судей. Победу одержал боксер синего угла Ара Габаян. Да, Ара Габаян побеждает. Молодец. Абсолютно заслуженный побел.